Итак, мы с моей принцесской сейчас идем. Идем, чтобы немножко проехать на Рубиконе. Моя помочка, вот это ее Рубикон. Вот, я ей его отдал. Он был как бы наш, но я на нем ездил, а теперь уже как бы он ее. Я могу на нем ехать только как ее водитель. Вот. Потому что я ее очень люблю. У нее сейчас две машинки, у меня ни одной. Ну так вот случилось. Ну это же вообще. Что же это такое? Потому что я очень люблю ее. Спасибо. Люблю ее всем сердцем, всей душой. Потому что она мое сокровище, мне ничего не надо. Главное, чтобы у нее все было. Чтобы она была счастлива. Вот. Вот. Мне хочется люблю сказать тебя. Всем братьям, любите своих жен. Они ваша половинка. Моя помочка – это моя душа, мое сердце. Вот. Я очень-очень люблю. Жены, любите своих мужей, восхищайтесь ими, потому что они у нас самые лучшие. Вот. Это мое сокровище, это моя жизнь. Это человек, который делает меня самой счастливой каждый день. Вот. Вот. Поехали. Да, поехали. И вот мы садимся. Здесь и мотоцикл мой. Вот. Видите, сзади звезда Давида. Вот это классный мотик BMW. Очень хороший. И сейчас мы залазим в машинку и поехали. Рубикон очень хороший. Мы будем вам показывать наше путешествие. Пусть Бог вас благословит. Аминь.